Всем привет на вам 103-м стриме. Мы продолжаем проходить игру Toho 10 Mountain of Faith. И не знаю, попробуем пройти сегодня на легком. Как я напоминаю, в тот раз я перешел на легкий режим, потому что проблемы, так сказать, возникли. Вот, ну, в общем, посмотрим. Я сразу извиняюсь, я могу иногда кашлять, потому что у меня что-то с горлом, не знаю. Вот. Ну, посмотрим, надеюсь, поменьше этого будет. Привет, мистер Набавнение, привет, Тор. Так, как там с громкостью? Нормально все? Ну, вроде примерно вот так, да, должно быть. Так. Ну не знаю, с чего ты взял, что так быстро прилечу. Последний босс-то, он же это. Ай-яй-яй. Она. Ну ты понял. Так, еще надо управление вспомнить. Ну да, Тохи же всегда одинаково управление, но все равно. Вот чуть-чуть не поиграю в Тоху и уже забываю реально все. Так, ну играем за Рейму, разумеется. И какое, по-моему. Кстати, а где локализация, да? Стоп. Локализация же была. А другой ярлык какой-то, что ли? А, точняк, не тот, не с того ярлыка запустил вообще. Стоп, а почему она полноэкранно запустилась? Не пойдет. Так, а где переход в окормитый режим? Ща. Походу там где-то программ файлис. Ага. Странно, Windows вроде стоит. А, вот нашел. Все, запускаем. Гора Веры. Да, по-русски. Нет, чатик не завис. Ну да, не тот ярлык, я понял. Рейму Хакурей. Сумме наведения? Чё? А, нормал выбрал. Тьфу. Да, я, ну, сегодня стрим начал позже, чем обычно, потому что я проспал. И вообще, если честно, сейчас довольно сонный все равно. Не знаю, почему, может, погода такая. Но суть в том, что, не знаю, возможно, тупить буду где-нибудь. Так что, если что, извиняюсь заранее. Ну, может, не буду. Посмотрим. Но в любом случае, ну, если что, ну, несколько пробегов сделаю. Не обязательно с первого раза пройти. Хотя, конечно, хотелось бы. Да, не поверишь, а может поверишь. Короче, у меня будильник стоял на 8.39, но я его благополучно откладывал 5 раз, потом решил, что все, я уже проснулся и выключил его. Ну и результат ты понял. Ну, первый уровень вообще изич тут. Ну, хотя тут, кроме последнего босса, на легком все изич. Я сюжет не буду, да, по второму разу читать. Мы это читали уже.
Ну, мы помним, вот это хотело нас съесть, или мы ее хотели съесть. Ну, короче. Короче, невкусная она оказалась. Что-то так непривычно, если честно, от всего этого уворачиваться. Реально отвык. Так, ну чатик я попозже прочитаю. Потому что даже на изи можно слиться. А мне надо жизни накопить вообще до конца. Но этот последний босс-то все равно сложный. Не, ну как бы чисто огромным количеством жизни я должен затащить, по идее. Ну посмотрим, как будет по факту. Ногами играть. Ну, может и ногами. Вот эти зеленые штучки маленькие, они очень отвлекают, похоже, что на пули. И я не пойму, то ли это пулька летит, то ли это бонус летит. Так. Надо бомбить, в принципе, не стесняться, да? Мы еще 100 раз наберем тут бомбы. Так, ну давай, где босс уже? Я уж соскучился по боссу. О. А, это которая нас выпроводить старалась. Привет, Инферно. Очень медленные, ну да. Не, ну как бы я же не отрицаю, что изич он изич, но как бы все равно. Я лучше пройду на изичи, чем я буду мучиться 10 стримов на нормале. И в сотый раз повторяю, что я в тоху челленджи никакие не беру. В том числе челлендж там типа пройти на нормале. Ну не могу на нормале пройти, но пройду на изике, значит. Единственный, какой челлендж брал, это в Тоху 1. Я прошел на Лунатике. Но, правда, там я поставил в настройках 7 жизней, но прошел. Ну, разумеется, я брал продолжение, на последнем боссе особенно. Как может у меня Тоха не лагает на твоем компе? А, ты имеешь в виду стрим? А то не очень понятно предложение. Линия автосбора, ну, я иногда стараюсь, но не всегда. Насчет good ending, ну, я еще ни одного гуда не открыл. Че я только что сделал? Я 2 бомбы израсходовал. Блин, это что-то задумался. Ну ладно.
Я думаю, наберем. А что такое ты сделал? Неужели у тебя настолько была засрана система, что аж стрим лагал? Ну это пипец вообще, если честно. Да ладно, чё, ну он уже 4.40 набрал, какая разница, вау, бомбы эти, 100 раз еще наберу. Ну просто что-то реально, просто задумался, не знаю, не ту кнопку нажал и все, причем два раза. Бывает. Ну он уже 4.65, все, ничего страшного. 5. Ох, чуть не попался. Из-за жадности, из-за айтамина. Так, на всякий случай взорвал. За 4 года много всякой фигни набралось. Не, ну фигни-то набралось, я верю, но эта фигня, она по идее не должна комп тормозить. То есть у тебя что, вся фигня на автозапуске, что ли? Или, ну то есть, да, не очень понятно. Или фрагментация просто жесточайшая какая-то. Хотя в файловой системе NTFS дефрагментация по сути не особо уже нужна из-за принципов работы ее. В общем, не знаю, что там такого можно засрать. Ну просто как бы... По идее, ты просто берешь, удаляешь ненужные тебе проги и все, и никакого мусора нету. Ну, если это, конечно, не Windows XP, но я думаю, вряд ли кто-то еще XP пользуется. Или более старый. Ну, если, конечно, комп не 12-летний. XP сидишь? Ну у тебя, наверное, просто какой-то древний комп или ноут, да? То есть, ну, вряд ли по своему желанию, мне кажется. Или нет, или я ошибаюсь. А, ну... Твое дело. Но я лично вообще не понимаю смысла. Тем не менее, третий босс уже подходит к логическому завершению. А была XP, а сейчас что-то посвежее, да? Ну. Ну ясно, ну. Главное, чтобы проапгрейдился. Ну, 32 бита, в принципе, нормально, если оперативки мало, а если ее больше, то, блин, это настолько глупо сидеть на 32-битной. То есть, у меня, например, 8 гигов оперативы, и я сижу на 32-битной, но это не очень весело. Впустую уходит 4 гига с чем-то там. Не, конечно же, у меня 64-битная уже. Лет 6.
Правда, у меня 8 гигов, не лет 6. Но... Но 4 давно уже было. Музычка здесь бодренькая. Ох, что-то там такое прикольное они сделали. Так, ну я чат пока не читаю, да, понятно. Я просто вижу, что там что-то обновляется в чате, как бы краем глаза, но текст не могу ловить. Ну все, 5-0 собрал. Так, а вот это я помню, сейчас босс будет. Так, быстрый чат прочитать. А, Тора, во-первых, тебя это очень сильно беспокоит. А во-вторых, это очень спорный момент. Ну, как бы и паранойи, честно, не страдаю вообще. У меня главная технология, которая помогает мне и в работе, и в отдыхе. Ну вот я тут как бы ничего не могу сказать насчет зависает и что-то перестало работать, потому что Windows XP. Ну у меня в восьмерке всегда все работает, ну в принципе в семерке тоже. Да даже Vista будет прекрасно работать, но XP, ну реально такая древность, что вообще жесть. Там все технологии просто такие древнющие. Все, вообще любую взять. То есть дело, естественно, не в интерфейсе, а именно в технологиях. Это жесть просто. Каменный век сейчас на нее смотрится. Так, ну эти сейчас летят очень широко на изике, да, я помню. На нормале тут уже надо было микрить, а на изике вообще что-то, ну, так, чуть-чуть подвинулся и достаточно на этом. Тут вообще очень широко, то есть я просто стою, вообще не парюсь. А на нормале я микрил, причем иногда неуспешно микрил, приходилось бомбы юзать или даже погибал. Опять эта фаза практически такая же. Очень быстро разваливается. Кстати, а у босса столько же здоровья? Потому что мне что-то кажется, что быстрее разваливается босс. Да никто не сидит и не роется в тебе. О чем ты говоришь, Тар? Инферно, ну потому что нормал я последний босс настолько жесткий, что я просто чувствую, что я очень долго на нем буду сидеть, а я этого не хочу делать. Это не босса. Это я хочу по-быстрому проходить такие игры. На изике пуля уворачивается от тебя. Ну да. Есть такое. Ну, можешь как хочешь это называть, от этого не изменится мое мнение или решение.
Я выбрал ту сложность, в которую я хочу играть. Вот и все. Довольно-таки тут много пуль, даже на изи. Вот здесь на нормале, помню, были проблемы небольшие, ну бомбить приходилось. Ну вообще-то и сейчас лучше буду бомбить. Мне сейчас главная цель — это жизни сохранить как можно больше. У меня 6 жизней в запасе. Надо бы пройти этот уровень без потерь жизни. А вот бомбы тратить можно. Ну я мог бы замикрить сейчас, но говорю, вот рисковать вообще не хочется, даже чуть-чуть. Ну сейчас я как бы видел, что явно не рискую, вот как и сейчас, поэтому норм, сойдет. Давай, добьется сейчас уже, есть. Да, что-то там многовато всего. Но зато собрал эти кучу пешек. В итоге я, потратив бомбу, по-моему, у меня сила только увеличилась от этого, потому что я много собрал. Надо собрать. Хотел наверх, но там слишком жестко. Во, все уже, босс. У меня уже 7 жизней в запасе. Пять бомб. Но с каждой бомбой у меня уменьшается сила атаки. Надо об этом помнить, так что лучше тянуть до последнего с бомбами. Ну, короче, тут такая дилемма. Вроде бы и до последнего тянуть, но при этом все-таки жизни дороже, чем бомбы. Так, отлично. Что-то непонятно, как от этого уйти было. Так, ну это я помню. Она вроде как наводит на меня, поэтому тут просто надо переходить туда-сюда. О, да, блин, ну ладно, я думаю, в принципе, должно все равно хватить. Это же не две жизни. Да, но это было косяк мой, я согласен. Можно даже фейспалм поставить. Ну хотя, момент не такой уж и простой, честно говоря. Так что, я считаю, нормально. Это первая жизнь за всю игру потрачена. Все равно без смерти ее никто не собирался проходить. Ну, в смысле, я не собирался проходить. Потому что последний босс — это фарм смертей. Так, все. Ну все, да, 6-й, по-моему, уровень. Карта синими волнами лазера символизирует чудо Моисея. Ну то самое, сорвешься в море. Да. Так, а разве в японской культуре это как-то отражено? Стоп, это... Это тот уровень? Нет, это... Стоп. Ну да, все правильно, 6-й уровень — это тот самый, да? Последним боссом.
Или нет, что я не помню. Честно, уже забыл просто. Что-то у меня бомб вообще нифига нету. Лол, у меня бомб не было, а что я должен был делать? А, ну да, это тот самый момент. Ну ладно, 5 жизней, надо... Только надо с первого раза вспомнить, я же давно уже не играл. Надо вспомнить все эти атаки. Как от них уворачиваться. Ну а я сейчас чувствую... За фейлином будет. Ну посмотрим. Постараюсь, конечно. Так, ну это вроде легкая, да, самая атака. Так, здесь надо с краю, да, стоять, ага. А, да. А, раньше времени ушел. Ой, вот это вообще. Ну, вот, говорю, это надо тренинг. Здесь я бомблю, помню всегда. Блин, бомбу зря расходовал. Ну ладно. Так, ну это я помню. Надо там, где они желательно шире расходятся, там стоять. Не могу поймать момент. О. Так, сейчас что будет? Что это такое? Так, как здесь уворачиваться? Никак. А, это я помню. Однако что-то непонятно. Как-то вроде здесь было очевидно более. Да что такое? Не могу найти фазу, как уворачиваться. Да жесть. Что за фигня? По-моему, было проще. Или я просто вообще отвык офигеть как. Да. Явно играю хуже, чем когда до сюда в тот раз дошел. А, все, дошел, да? А, нет, стоп, это еще какая-то фаза левая. Это еще не последняя. Так у меня самонаводящихся нету, что делать-то? Ну все, последняя фаза. Выживаем как можем. Профилактическая. Так, это вынужденная. Еще
Еще одна вынужденная. У нее там тратится, да? Я не вижу. Самонадящихся-то нету, поэтому мне надо под ней стоять там. Бомб нет, да, вроде? Значит, микрим до последнего. А, жесть. Вообще не понимаю, как здесь некоторые атаки можно без бомб пройти. Блин, у нее здоровье там немерено просто, но не знаю. Ох ты ж, а как я проскочил? Все? Фух! Ну хоть на изике поддалась, а? Так еще жизни, кстати, две. Я так не говоришь, это еще не все. Не, наверное, все, да? Или не все? Все, не все? Похоже, все. Начинаешь понимать, почему изи выбрано. Ну, 1cc, ну это же на изи, мистер, по мнению. В других, я думаю, возможно, тоже было бы 1cc на изи. Я-то там на нормале проходил. Кстати, в храме Кукурей наступило утро после неудачного сражения. Блин, что-то я затупил. Плохие дела. Такими темпами она и правда захватит наш храм. Если я сейчас же не возьму реванш. В смысле, я же победил ее. А, типа потому что она изи, да, что ли, из-за этого? И она устала, пошла обратно, не теряя ни минуты на отдых. И это была самая ужасная ее битва. Типа, а, концовка 7, тебя мучает бессонница? Это намек, типа, если мучает бессонница, будь лунатиком. Попробуй пройти игру с первого раза на нормальной сложности. Да, конечно, делать мне больше нечего. Так, как там, что там нажать надо? А, ок. Как выйти-то, лол? А, ну ясно. Да, уже, я же когда первый стрим был, я почти прошел на нормале, но на последнем боссе просто такой ад для меня, что, ну, я просто в шоке был. Ну вот, потом я попробовал на том же стриме, на изи, но на последнем боссе, я впервые тогда дошел на последнем боссе до вот этой последней фазы, вот где куча всего, да, летит. И просто для меня это было такой неожиданностью, что я просто слил очень быстро все жизни. И как бы даже ничего не успел понять. Вот. И, а потом, а там тут континуум бесконечные, но каждый раз, когда берешь континуум, начинаешь с начала уровня. И когда начинаешь с начала уровня, дается две дополнительные жизни. И их просто мне не хватает. Ну ты видел, сколько я сейчас жизни потратил? 3 жизни, да? По сути, мне бы не хватило бы 1 жизни, если бы я начинал с начала уровня. Ну вот. Ну, все, ну это у нас сейчас стрим заканчивается. Я не буду сейчас ничего еще раз проходить, там, на нормале пытаться и так далее. Да, коротенький стрим, но вот так вот получается. Вот, так что все. Ну, следующая тоха будет какая там следующая. Да, ну, сейчас, потому что я сейчас объясню, почему.
Потому что сегодня я еще один стрим устрою, но не игровой. Будет там реал стрим по программированию. Будем писать прогу для того, чтобы... Ну, это, короче, прогу для телефона, клиент-сервис, чтобы приходили пуш-уведомления о том, когда, ну, твой стример из избранного онлайн становится на СК2 ТВ. Ну, типа вот, допустим, у вас стоит эта прога, да, я поставил галочку онлайн стрима, и у вас пришло пуш-уведомление на телефон. Ну, вот, типа такая штука. Ну, вот. Ну, нифига себе, это микро на этой демке. Файтинг, но я думаю, я попробую один стрим сделаю, то есть чисто как 9.5, то есть я просто попробую, пройду, но стрим будет один. Вот. Ну, чтобы ознакомиться. Так что, скорее всего, 10.5 будет. Но вот когда, я вообще не знаю, честно. Не буду обещать ничего. Вот, так что... Все, у кого есть вопросы, пожелания, замечания, предложения, можно писать в чат. На этом стрим заканчивается. Кому интересно, жду на реал-стриме. Всем пока.